Мое ТВ. Будь в сети. Я бы хотел сейчас пару слов добавить перед тем, как мы начнем выступление. Да, бывают, знаете, заминки, и вот сейчас буквально появится звук у этого прекрасного инструмента. О! Встречайте, Наталья Путилова. Любовь, отравленную нельзя. Дождь,
голоса мы их не слышим. Разгонит ветер облака, и мы на крыше. Две стрелки старых часов любить перестали, застыли в разных углах, как будто и не стучали. Словно во сне приду, тихонько схожу с ума. Я имя твое каждый миг говорю, вспоминаю твои слова. Глаза закрываю вновь, хочу увидеть тебя, но повторить любовь отравленную нельзя. Понимаешь, у нее такое красивое платье, его грех не показать. Поэтому я понимаю, тогда давайте проходку. Наташа, ты оставай. Наталья, иди ко мне. И, да, Петр, можно тебя. Подожди. Что ты, нам не готова еще, видишь, у нас камера сейчас. Итак, Наталья Кучила! Нужно, да, естественно. А вот, вот. Тынц. И Наталья оказывается каким-то чудом у нас. Наталья, спасибо, ты спела, и знаешь, тебе уже пишут... Сергей Щерба пишет, красивая девушка, да, вот как поет, пишешь. Завораживает. Только Сергею, да, между прочим, очень мало лет, так что ты аккуратно. Мария Сысоева спрашивает, да, можно ли будет... На бис тебя послушать. Можно будет послушать на бис, друзья, сразу после окончания марафона. Все видеокусочки наш уважаемый звук, нет, видеооператор нарезает, выкладывает на YouTube, там же вы можете голосовать. И можете, говоря, слушать на бис хоть миллион хоть, раз. Да, главное себе... кликать и не бояться, запариться, и все. Диплом участника это из моих тебе рук ты получаешь. Перед тем, как ты оставишь нам свой автограф, я бы хотел, мы, значит, спросили, из каких городов нас сегодня смотрят, и чтобы передать привет. И попросили передать из твоих уст привет Питеру и Яркова, пожалуйста. Окей. Я передаю привет Питеру и Яркова. Ну, как-то по-особенному, может быть, там, не знаю, Питеру и Яркова, там, ну, как-нибудь там, импровизируй, ты же музыкант. Петр, а я даже тебе дам, подожди, я даже тебе дам музыкальный инструмент. Держи. Питер, это для Питера, а сейчас там еще для Яркова, подожди. Это для Яркова. Окей. Так что вот давай сначала для Питера, давай. Привет, привет Питеру! Хотя, мне кажется, это было для Яркова, ну ладно. А теперь давай для Яркова. Яркова. Передаю привет Яркова. А сюда на поезде ехать, да? Сюда надо на машине ехать. Минут 30. Так что тебя уже в Яркова ждут на Наташа, поезде. Наташа, ты просто супер молодец, справилась с двумя задачами. Держи, обратно. А почему баяна-то не было? Это на вопрос к тебе. Где баян, Наташа? Баян останется в нашей памяти. А баян, знаете, я знаю, где баян ждет Яркова. Наташа, давай теперь приступим. Выбираем место в нашем облачке, клей, бумажечку. И вот давай сначала наклеим. Тем временем, пока вы клеите там кого-то или что-то, передают привет из Пойкова. Именно в этом городе, друзья, самые пьющие люди, такие как Ольга. Ольга из Пойкова, Попойкова, вам привет. У Наташи подруга с моего поселка. А, так вот, в чем причина на баяна там. Митя передает именно вот этой спине спасибо. Спине Натальи. Красивая спина, между прочим. Зинар пишет, ой, Яркова, там же все есть, действительно. И этот меха в том числе. Какой шумный привет. Ну, Александр, какой Питер, такой привет. На бис, пожалуйста, Мария, можешь сказать, что на бис на ютубе посмотрите. Митя, да-да-да, красивая, что, спина или Наташа? Петр, я думаю, Наталья безумно красива. Бубен. Предлагаю вам продолжать ее слушать в интернете, когда появится видео. Она, между прочим, была на квартирнике в Нью-Йорке. Ставьте ей лайки. Да, поэтому вы можете еще посмотреть записи с квартиры. Может, сейчас Наташа крупным планом, и мы поставим ей лайк в кадр. Петр, ты такой креативный, блин. Конечно, где я был до этого? Ну, крупный план я прошу вот этого. Вот, подожди. Полина, выйди из кадра, выйди из кадра. Вот. Пошла вон. Лайк. А теперь второй лайк поставь. Я? Ты. Два лайка, три лайка. Вот уже тогда можно голосовать, собственно говоря, но после 12 часов ночи.
Наташа, спасибо. Спасибо большое. Спасу мы тебя провожаем. До свидания. Там тебя ждут крепкие и раскрашенные яйца. Бейся именно здоровье. Добавляйся, друзья. Читай Твиттер, смотри на Ютубе. Оставайся ВКонтакте. Моё ТВ. Будь в сети.